У меня, допустим, неблагополучие со звуком. Ну, задремал, ленивый совершенно, и вместо твоего обычного тембра, ну, вдруг такое вот звучание, когда тембр совершенно отключен, и неинтересный звук, а мне нужен звук. Что делать? Да, отработано было когда-то на радио в ночные смены. Сейчас можно рассказать непосредственному начальству. Того нет. Ты тогда не был моим начальником. А непосредственного начальства нет. Ночь длинная была смена, 14 часов. Под утро надо было звучать самым наилучшим образом. Почему именно под утро, а не в середине ночи? Там же на орбиты работали, на Дальний Восток, там же люди свежие, уже отдохнувшие после ночи. Просто утром просыпается твое собственное начальство, и ты должен звучать хорошо. А за 14 часов работы это трудно делать, поэтому перерыв, часика-два подремать. Я что, ненормальный, имея всего 2 часа на отдых, полчаса из них, допустим, тратить на голосовой тренаж? Да убей меня, не буду я этого делать. И говоришь тому, кто работает в это время за себя и за того парня: ты меня без 10, без 5 разбуди. Ну, в общем, неважно, будешь пробегать, свистни. Вот мне свистнули за 4-5 минут. Мне надо, пройти в места не столь отдаленные, одеться. Обязательно, поскольку было парное чтение, обязательно тщательно почистить зубы, потому что нехорошо смешивать 2 несвежих дыхания. В конце концов, взять выпуск новостей, и уж глядеть-то некогда, и читать с листа. И я еще что, в это время буду делать голосовой тренаж, а я его делаю методом идиомоторики. Как? Мелодия только в голове. Я ее не пропеваю. Но я, вот как в этом упражнении сосредоточиваешься на движении, вот так же я внимательно слежу за ходом мелодии. И мелодию я беру такую, какую я в реальной жизни никогда не исполню. Ну, никогда. Ну, допустим, для меня с моим голосом, у меня долгое время мой выбор был, это у Лен Коваллов в «Паяцах» есть такая каватина Орликино. Если кто-то помнит, там звук уходит на такую немыслимую высоту, что не все тенора берутся. Я точно не исполню. А мысленно? А мысленно я могу петь даже хором. И что происходит в этот момент? Когда я представляю себе очень сильное и точно движение мелодии, у меня происходит микросокращение голосовых складок, связок. Микромассаж. Он не дает, может быть, такого результата, как капитальный голосовой тренинг, но, тем не менее, вот этого тусклого звука уже не будет. Появится должная тембральная окраска. То же самое можно делать и с дикционными элементами, представляя себе, как в этот момент должен работать язык, щеки, какое напряжение, именно представляя. Вас же не удивляет, когда маленькие дети учатся читать и читают про себя, а не двигают губами. Связано. Все это связано между собой. В физическом компоненте можем заметить все. В эмоциональном компоненте очень трудно уже проводить какие-то, и я уже сегодня вспоминал об этом, градации от градации степени хорошего настроения, плохого настроения. Понятно, что вообще по жизни всегда лучше находиться в хорошем настроении. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но не всегда
наше настроение соответствует настроению той программы, которую мы делаем, или того текста, который мы озвучиваем. Мне надо изменить, чтобы не только голосовые фиоритуры показали мою радость от, я не знаю, продажи какого-то товара. Нет, я действительно должен с удовольствием это делать, и тогда получится именно правда исполнения. Но наблюдать за этим очень трудно. Поэтому остановлюсь только на одном факторе, который мы можем наблюдать и можем реагировать, регулировать его. Уровень эмоционального возбуждения. Спокойствие, неспокойствие. Вот редко меня приглашают на какие-то такие легкие, молодежные, что ли, передачи, потому что не тут возраст, но никто этого не говорит, люди воспитаны, они говорят: Илья Ефимович, понимаете, ну у нас такая легкая программа, вы, ну, как-нибудь можете повыше звучать? Ну, как я буду повыше звучать? Ну, не могу. Менять свою ориентацию я не буду. Что я делаю в таких случаях? Говорю: есть 5 минут. Два есть 5 минут. Я сбегаю покурить. Я не иду курить. Я бегу курить. Если встречу кого-то из знакомых, я расскажу анекдот. Я, может быть, подцапаю с ним. Мне нужна накрутка. И потом моя задача, когда через 5 минут, подымив, я прибегаю к микрофону, чтобы запись началась сразу, без паузы. Я говорю: можем писать? Пишем. И полная гарантия, что я буду звучать выше, что появится так называемый коэффициент звонкости. Это закон при недовозбуждении. Голос уходит в нижний регистр. При перевозбуждении голос уходит в верхний регистр. И мы можем регулировать. И точно так же, в чем прелесть этой зависимости. Мы своим возбуждением регулируем голос, но мы можем и голосом регулировать уровень возбуждения. Я нервничаю, мне надо успокоиться. Времени нет на это успокоение. Я выхожу в эфир, я начинаю немножко ниже обычного говорить и немножко медленнее говорить. Проходит 10-15 секунд, и я чувствую, что я уже совершенно спокоен. Мне надо наоборот, ну ленив, ну не выспался, ну вообще, ну не хочу, ну видеть вас, вот не хочу вас видеть, а мне надо выступать. Я начинаю говорить петушком немножко. Проходят те же 10-15 секунд, и я чувствую, как начинает играть нечто.